Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для садоводов и огородников. Вот сегодня пришла посмотреть, как действуют средства, которым мы обработали. Смотрите, жуки колорадские, вероятно, их было много здесь, валяются и в судорогах. Лапками дрыгают. Некоторые уже умерли, а некоторые вот так еще шевелятся. Видите, он еще живой, но он уже ничего не может сделать. И пошла по другим я кустикам картошки. У каждого кустика картошки валяются вот такие судорожно дрыгающиеся колорадские жуки. Значит, то, что мы обрабатывали картошку средством от вредителей, нам помогло. Я, к сожалению, сейчас не помню, как она называется. Приду, посмотрю этикетку и потом напишу в статье, каким средством и как мы обрабатывали. Но средство получилось очень эффективное и недорогое, всего 120 рублей. По сравнению с престижем. Престиж очень дорого. Престиж или табу, не помню. Но жуки умирают. Все, до свидания. Заходите на мою страницу, я там напишу все про обработку картофеля в Одноклассниках. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Колорадо, до свидания.